считаю, что это справедливое решение. Вот, опять же говорю, я не считаю, что я поиграл. Да, выиграл очень чуть-чуть. Не надо было посильнее попросить. Да. Он забирал начало, я конец забирал. Вот, плюс он так очень неудобно, часто головой работал там. Вот, низко очень. Вот, поэтому такой бой такой смазанный получился, не давал мне как следует попадать по, по нему. Но опять же, я недоволен своей победой, но это победа. Я считаю. Честно. Реакция зала не удивила все же системе, надо признать. Они, да, мне понравилось, что как бы меня все-таки поддержали. Мне приятно, что болельщики все-таки нас поддержали. Вот, хотя бой не совсем чистый, но как бы такой не чистая победа. Чуть-чуть совсем, извиняюсь за выражение, на соплях выдернул. Но он опытный боец, у него 40 боев. Вот. Но мне очень приятно было, что трибуна, также, когда он запрыгнул канат, трибуна ему тоже скандировала, потому что это значит, что у нас любят красивый, хороший бокс, у нас начали понимать его, вот, и поэтому аплодируют сильно, понятно, не просто вышел, ударил кого-то там непонятного, неизвестно, и все аплодируют так, как хорошо. А здесь люди насладились хорошим конкурентным боем, который на соплях, но выдернул я немножечко. Я согласен, очень немножечко, но выиграл на себя, вот. Ну, буду требовать от себя больше, но мне приятно, что публика болела из-за меня и все-таки поддержала и моего соперника, не гудела там еще, потому что он действительно хороший бой показал. В общем, все, спасибо, я пойду вас спасибо, с победой, да.